Добрый день, дорогие мои подписчики. Я вот нахожусь в номере отеля My Home Resort и хочу вам дать краткий отзыв об этом отеле. Вот уже пошли пятые сутки, как мы здесь находимся. Ну, чтобы ничего не забыть, я буду читать вот такую бумажку, которую дают при заселении, точнее, она в номере лежит. Вот, чтобы ничего не забыть, потому что есть какие-то услуги, сервис, которым мы не пользовались, да, чтобы их не забыть, я их здесь прочитаю. И, соответственно, я буду давать комментарии, да, к этому, потому что я как бы уже мы 15 лет ездим в различные страны, из них там 5 лет в Турцию, вот там в Тунис, вот, единственное, в Египте не были, и так далее. В Испанию, в Грецию и так далее. Есть чем сравнить, короче. И я буду, соответственно, сравнивать, если где-то было хуже или лучше, я буду это отмечать. Уважаемые гости, добро пожаловать в наш отель My Home Resort Hotel. На протяжении вашего отпуска мы поможем вам приятно и комфортно провести время. Для вашего удобства предлагаем вам информацию об отеле. По возникшим вопросам также можете обратиться на ресепшн. Ну, здесь нужно добавить, что ресепшн говорит по-русски. Вот, по телефону мы не звонили. Но в других отелях, например, есть опция бесплатной побудки. Здесь еще не пользовались. Ну, например, чтобы не проспать отъезд. Питание. Вот здесь многие спрашивают, меня даже сегодня останавливают на улице, спрашивают, да каких там обед? Вот каких-то крупных вот везде объявлений не висит, как это работает, например, на входе в ресторан. Но здесь в бумажке написано: завтрак с 7:30 до 10:00, поздний завтрак с 10 до 11, снэк с 12 до 16:30 в снэк-баре, обед с 12:30 до 14:00. Вот, кстати, звонков в номере нет и глазков в номере нет. Поэтому, кто к вам стучит, нужно все время спрашивать. Вот, заодно немножечко. Значит, полдник, пирожные, булочки с 17 до 17:30. Ужин с 19 до 21:00. Ночной суп с 23:30 до 00:30. Вот, значит, обращаю внимание, значит, что здесь у нас есть питание около этого самого пляжа с 12 часов, там, не знаю, до скольких. Вот там достойный, как бы, выбор, такой, скажем так, гамбургерный набор, напитки, то есть, ну, вот все, что перекусить, я, то есть, уже практически ни разу не обедал в ресторане в основном, потому что достаточно этого бара около пляжа, и очередей там никаких нету. Вот, значит, здесь есть часы работы баров, лобби-бар с 10 до часу, кофе-хаус с 10 до 24, кстати, приятное местечко, вот, но каких-то особых десертов там нету, бывало, например, в других отелях там какие-то пиццерии с особым меню, здесь вот все, что не доели завтрака, туда приносят. Кофе-хаус, значит, я сказал, бар у ресторана с 10 до 24:00, гарден-бар 24 часа открыт. Диско-бар закрыт, написано. Что-то действительно написано, какая-то надпись диско, но там не работает. Ну, зимой работает. А, зимой, наверное. Бар на пляже с 10 до 18. Не знаю, что там с 10, наверное, только напитки. И пиво, кстати, там есть неплохое. D-Block Wine House какой-то с 18 до 24. D-Block Relax Pool Bar с 10 до 19. Приезжайте в My Home Resort, хватит уже рекламировать какие-то бары, надо просто здесь побыть. Да, говорит моя жена за кадром. Так, вот, D-Block Relax Lobby Bar с 10 до 24. С часа до 6 открыт главный ресторан с полноценным завтраком для гостей, уезжающих на экскурсию или поздно прибывших. В общем, без еды не останетесь, короче. Значит, я в отдельном видео у меня есть там про ассортимент, там прям можно, я прохожу, показываю, что есть, да, то есть не буду здесь останавливаться. Бесплатные услуги. Шведский стол в главном ресторане, завтрак, поздний завтрак, обед и ужин. Снэк, бар, пирожные, чай, кофе, гизлиме, булочки, ночной суп. Почему-то здесь я сходу не нашел, но есть мороженое. Мороженое раздается трех видов. 35-граммовые, видимо, с ковидных времен еще осталось, в индивидуальной упаковке, пластиковые на палочке, шоколадное, какое-то фруктовое и лед. Вот, то есть вполне можно с 2 до 4, здесь что-то не написано.
Вот, 24 часа на территории отеля чай, кофе, алкогольные, безалкогольные напитки, естественно, местного производства. Вот, ну, ассортимент вин, там жене только одно понравилось, красное. Все остальное так, посредственно. Прохладительные напитки, вот это вся кола, фанта, вода, в общем, все эти вредные напитки, никому не рекомендую. Пиво, закуски. Ну, вот эти имитации соков, в принципе, вполне достойные для своего класса. Как бы, то есть это не какое-то там дешевое пойло, ну, в принципе, нормально. Но все равно, ну, вот это менее вредным не становится. За недельное полных 7 дней пребывания одно посещение одного из ресторанов а-ля-карт. Запись с 11 до 13 и с 16 до 17 в лобби. Guest Relation. За несколько дней, 2-3 дня до посещения. Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, итальянский ресторан, вторник закрыто. Понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье, Османли, турецкая кухня, ресторан, вторник, пятница, закрыто. В номере сейф, ну, мы не пользовались, видимо, он бесплатный какой-то, мини-бар наполняется каждый день, 1 литр бутылкой воды, у нас номер двухкомнатный, поэтому 2 литра. В мини-баре при заселении один раз пополняется 2 штук содовая, 2 штук фруктовый сок. Кстати, интересно, да? Там на самом деле у нас только газировка. Одна штука кола, одна штука фанта. Мне кажется, у нас какая-то газировка, что ли. Нужно посмотреть, что там, кстати, лежит. Может, что-то действительно полезное. Настольные игры, дартс, настольный футбол, шахматы, беспроводной интернет. Кстати, ну вот прогресс идет, и в принципе уже нормальный интернет. Но на пляже интернет только... Есть формально вот в перечне, который выпадает в телефоне, но не ловит. Более-менее, ну, нормально ловит в номерах. То есть для прогресс идет, как бы, и может сейчас уже в других отелях тоже исправили ситуацию, но здесь один из лучших интернетов. А шахматы такие, ну, сантиметров 40 стоят, такие фигурки стоят прикольно. И реально настольный теннис, 3 хороших стола, кетлер. Вот не один там стол. Но единственное, освещение такое мерцающее. То есть лучше, конечно, днем играть. И есть реально волейбол. Здесь не написано. Конференц-салон. Фитнес-зал небольшой такой, но вполне нормальный. Не хуже, чем в других. Ну, были отели, где он гораздо лучше. И больше тренажеров. Хамам. Ну, скажем так, пяток там нормальных тренажеров, не считая беговые дорожки. Так, хамам, вот, кстати, хамам, реально из 5 отелей, в которых я был, только в 2 был хамам бесплатный. Здесь он есть бесплатный. Сауна хорошая. Их жене сделали за 35 евро, неплохой, какой-то там пилинг в первый день, с массажом, вправлением позвоночников вот этими какими-то тайскими девушками, там, не знаю, как это называется правильно. Вот, хамам, сауна, закрытый бассейн, ну, мы в открытом пользовались, потому что он солнцем как бы дезинфицируется, и, кстати, хорошо он там солнцем на солнце прогревается, рекомендую, то есть вполне нормально можно поплавать. Шезлонги на пляже возле бассейна, зонтики, мест, в принципе, хватает, это все бесплатно, естественно, пляжные полотенца, в спа, информация ниже, какие-то карточки, что-то там меняешь, тебе выдают их. Но единственное, какой-то день в неделю, они тут не написано, не меняют полотенце. Какой-то у них там выходной есть. Дневные и вечерние эмоциональные программы, развлекательные мероприятия. Не хуже, чем в других отелях. Ну, такое, то есть ничего такого высокохудожественного там нет. Вот это все стандартные пляски. Фаер-шоу, там вот какая-то, вот эта дурацкая, это мини-диско, там тыри-пыри-пыри-пыри. Вот, ну, кому-то это нужно, да, у кого детишки есть. А единственное, не увидел, вот, в других отелях есть какие-то еще грамоты дарили. Здесь я не увидел, чтобы грамоты дарили. Кстати, вот жена кричала, значит, там почему-то здесь не выдают кондиционеры, кому-то это важно, и зубные пасты. Но это редкость, на самом деле, вот именно зубные пасты. А вот кондиционеров почему-то нету. Странно для 5-звездочного отеля. Мини-клуб. Ну, знаете, мы не пользовались, не могу не сказать, но что-то есть. Детская анимация, детский бассейн, детские площадки. Водные горки есть там какие-то, ну, детские и немножко взрослые. Ну, мы были в отеле, где прям главной фишкой является именно... Вот, кричит жена, что сегодня ужин в ресторане. Вот, короче, то есть, ну, бывают отели, особенно в Тунисе, где специализированы на горках. Вот, не съезжал, ничего не могу сказать.
Водные горки работают с 10 до 12 и с 14 до 17. Платные услуги. Внимание, платные услуги. Импортные напитки, коктейли, свежевыжатый апельсиновый сок, вино в бутылках. Кстати, вина выдавали именно из бутылок, разливали нам бесплатные, а не из каких-то вот этих пакетированных упаковок. Торты для дня рождения. А, кстати, в других некоторых отелях, по-моему, что-то бесплатное, что ли, было? Нет, платное было, платное всегда. Цветы, украшения, столик. Ну, какие-то лепестки там посылают, какие-то банты вяжут там. Ну, чуть побелее, понагляднее. Вот, значит, массаж. А, в баре на пляже напитки, в бутылках пакетированные напитки, мороженое, свежевыжатые соки. По мороженому здесь неправильная информация в бумажке, оно бесплатное. Массаж, косметические процедуры, услуги парикмахера, доктора. Ну, наверное, что-то в страховку там входит. Может быть, это именно отельный доктор там платный, но, может быть, как-то можно вызвать или предварительно согласовать. Не знаю, вот не пользовались. Игровые автоматы какие-то там есть, никто никогда не видел, чтобы на них играли кто-то. Вот, бильярд кто-то, кстати, играл платный. Соответственно, интернет-кафе, не знаю, где оно, если есть бесплатный Wi-Fi. Магазины есть, ну, там все втридорого. Телефон, факс, VIP-трансфер. Стирка и глажка вещей. Информация в номере, в шкафу, свежевыжатый апельсиновый сок, коктейли, это повтор. Так, важная информация. Уважаемые гости, за потерянные, украденные, забытые вещи отель ответственности не несет. Для ценных вещей вы можете использовать сейф в своем номере. Ну, слава богу, мы пока ничего не теряли. Внимание родителям, дети которых не могут самостоятельно плавать в бассейн без присмотра в взрослых не допускается, вы несете ответственность. Дети, не приучены к туалету без специальных памперсов, предназначенных для бассейна, не могут пользоваться бассейном. Просим не использовать белые комнатные полотенца на пляже и в бассейне. Полотенце для пляжа вы можете взять по центр. При выдаче полотенца выданную карту Towel Card сохраняем до конца отпуска. Кстати, они очень похожи на карты для входа в номер, поэтому иногда их можно перепутать и уйти с карты для полотенца, а не с карты от номера. Полотенце для пляжа вы можете взять по центру. Обмен чистых полотенец проводится по этой карте. Пляжные полотенца обмениваются понедельник, среда и суббота. Понедельник-среда и суббота с 8.30 до 13.00. Вот, кстати, интересно, получается всего лишь 3 дня в неделю и с утра. Просим не занимать шезлонги, качели на территории пляжа и бассейна. В противном случае ваши вещи будут изъяты персоналом. Тут действительно такую проблему, что кто-то там что-то занимает, такого нет действительно. Помните, вы несете ответственность за нанесенный ущерб отелю, номеру. Правилам отеля вы должны освободить номер не позже 12.00. Желаю вам приятного отдыха в нашем отеле. Вот такой обзор. Я постарался, ну, получился на 13 минут, но все равно я, наверное, на все вопросы не ответил. Вот пишите то, что вас именно волнует. Я детально отвечу вот по актуальной ситуации. Это будет достоверная информация. Подписывайтесь, ставьте лайки.